Дверь открылась от ветра. А? Иди сюда. Кто? Кто? Она уже здесь. А, Багир! Куда побежал? Нет, перья. Охереть. Перья. А я Чинков снимаю. А вам надо на замок закрыть. Ёпмакарь. Вот вы даете. Ой, ребят, короче. Не одно так другое. Вот опять кофе идем пить. Надеюсь, никто не пойдет. А, ты не фартовый, зови, ну тебя на. Ты каждый раз приходишь, у меня что-то случается. То бои. Сейчас он звонит, я говорю. Надеюсь, говорю, собаки, ну не вряд не подерутся и на тебе. Вот ты. Так, же я. Эх, Багира, Багира, вы что, попутали? А как открылась дверь? Ветром. Я еще посмотрел, думаю, на замок не закрыл. Охренеть. Все, ребят, давайте. Это ужас, короче. Видите, какая я. Мы со Степаном пообщались. На душе, знаете, камень слег с души. Посмотрел его видео, где он говорит обо мне, о нашей дружбе. На самом деле очень приятно, Степа. От меня тебе огромный жирный лайк. Ты красавчик, брат. На самом деле, знаете, мы глубоко в душе дорожим нашей дружбой, потому что мы занимаемся одним делом, любимым делом. И я всегда говорил, что канал у Степы и сам Степа имеет такую атмосферу, ну, притягательную. Он как-то
ну, как по мне, такая личность неповторимая. И его даже фраза становится крылатыми, это бездельники. Благословенный покой, бездельник. И все в этом роде. Сами знаете, даже я употребляю эти слова, потому что они, ну, как-то уже въедаются в мозг. Никогда вас не просил ни на кого подписываться, реально. Призываю всех ребят подписаться. Вот я просто сейчас смотрю в камеру, как-то вот пусто все в этой камере. Я представлю вот всю мою аудиторию, это 123 тысячи человек. Ребят, давайте сделаем Степе подарок. Я вас очень прошу, вам не стоит ничего нажать эту кнопочку подписаться. А представьте, какое на душе будет приятное состояние у Степана. Ну, человеку в натуре вот тяжело сейчас в жизни. Вот в двух словах это не... Ну, каждый, наверное, переживал такие события в своей жизни, ну, нелегкие. Давайте поддержим. Я вас всех прошу, кто посмотрел это видео. Не поленитесь. Потратьте вы эти 30 секунд. Зайдите на канал. Подпишитесь. Искренне вас прошу. Моя цель, чтобы у него на канале он проснулся, и у него стало с 31 тысячи 50 тысяч. Вот представьте, 19 тысяч подписчиков, мы ему округлим. Это будет какой приятный бонус для человека, который уже больше года сидит в YouTube, пытается радовать, тратит свое время. Ну, на самом деле, как бы человек заслуживает этого. Один из немногих людей, который ведет собачий канал, и он действительно заслуживает этого. По сей день мне интересны его ролики. Я не знаю почему, ну вот мне интересно. Он как-то интересно все преподносит. И единственное, что вам обещаю и со своей стороны, надеюсь, и со Степиной стороны, что мы будем к вам искренними, мы будем с вами дружить до потери пульса. Что еще нужно для того, чтобы вас мотивировать? Ребят, согласитесь, это прекрасная мотивация для подписки. Я сейчас не за свой канал говорю подписки. Я говорю еще раз за Степана. Ребят, кто не знает, кто первый раз слышит, обязательно зайдите на канал. Я вас прошу подписаться. Давайте, вам ничего не составляет труда написать комментарий добрый. Поставить лайк человеку. Мое дело простое, просто сказать. А ваше дело самое важное для развития канала. Друзья, огромное вам спасибо. Прям огромное. Сейчас за кадр будут мои руки. Ребят, огромное вам спасибо. Любовь. Спасибо всем. Не забываем подписываться на Степана прямо сейчас. После моего видео я вас очень прошу, давайте добьем ему 50 тысяч. И вот у меня аж мурашки по коже. Ребята, я очень искренне открытый человек. Я вас всех обнимаю, дорогие мои. Жму. И вот, ну, посмотрите, не жалко. Вот 2-3 дня назад... Ну, друзья, камера выключилась, батарейка разрядилась. Еще раз повторюсь, ссылка будет в описании на Степин канал. Я это тоже делаю действительно от души, без какой-то выгоды, как и он однажды мне это сделал, вообще не зная меня практически. И смелее, братан, не очко. Добро должно возвращаться, ребят. Все, друзья, не забудьте, пожалуйста, подпишитесь. Я уже сколько раз, подпишитесь, все, все не забыли. Ты не забыл, подпишись, брат. Сестричка, все, пожалуйста, я вас очень люблю, подписывайтесь, я хочу, чтобы моя аура передалась вот вам, что это от чистого сердца, ребят, все, счастливо всем, спасибо. Пока-пока, обнимаю, уже закат, мне надо идти делать стрим, темнеет, собаки тоже выгуливаются, все, друзья, прощаюсь.